Что говорит о ценности книги? Первый главный признак – ее востребованность у читателя. Ведь читатель, как известно, голосует рублем. И в этом смысле новая книга брещанки Нелли Самойловны Ливановой – показательный пример. Еще до начала презентации в фойе желающие организовали предварительную запись на приобретение сборника «Прикосновение к детской душе». А причина такого интереса кроется в его практической пользе и ценности. Программа детского дошкольного учреждения предусматривает развитие речи. И педагогу порой сложно найти нужные стихи. Вот как раз книга Нелли Самойловны поможет воспитателям в работе. Поможет она вообще педагогам. Поможет мамам в воспитании детей. Потому что книга эта распределена по тематикам, по сезонам. И воспитателю можно найти стихи по сезону. Нелли Ливанова не только талантливый автор, но и отменный организатор. Ведь долгое время она возглавляла яслисад номер 56. Учреждение образования, которое считалось лучшим в Ленинском районе, а может и во всем городе. Ее стихи и сценарии легли в основу многих конкурсов и мероприятий. В своем сборнике она и на этот раз собрала свои веселые грустные стихи, загадки, считалки, частушки. Все, что поможет педагогам в работе бережно воспитать детскую душу. Я педагог. По образованию окончила Московский педагогический институт имени Ленина. Так, все ведущие специалисты дошкольного воспитания, психологии, педагогики, дошкольник, они были авторами методических всех литератур, тогда, когда было в Советском Союзе все это. И написание стихов было с детства. Хотелось писать, мечтала об издании книги, но как-то где-то стеснялась. А потом, уйдя на заслуженный отдых, получив личное время, думаю, почему бы не собрать все это. На презентацию пришло много людей, для которых Нелли Самойловна – яркая, незаурядная личность, образец для подражания, удивительный, талантливый человек. Для своей аудитории автор с удовольствием раскрыла свой главный творческий секрет. Стихи и все, что я пишу, это и есть моя жизнь. Так, это вся я там. И любые события, и шутливые, и тревожные, и всякие. Я не ставлю цель, вот что я села сейчас и буду писать. Бывает фраза кем-то брошенная. Она мне дает мысль и рифмуется. Мама троих детей, бабушка семерых внуков, Нелли Ливанова, как никто знает детей, а как педагог всегда остается верной профессии. В 100 экземпляров своей книги она вложила и накопленный опыт, и мудрость, и самое ценное – свою душу. И теперь готова поделиться ее частичкой с каждым.